Женщины, на какие тревожные звоночки в других женщинах мужчинам следует обратить внимание? Если, по ее словам, все ее бывшие парни или мужья поехавшие, она говорит, что терпеть не может драмы, значит, это она поехавшая, которая сама устраивает драмы. Ага, у меня было 47 неудачных отношений, и во всех происходила какая-то дичь. Я вижу только одну общую черту во всех 47 неудачных отношениях. Когда она жалуется на то, что парни не могут в отношениях дать даже минимум, но при этом она ведет себя точно так же. Такое поведение можно заметить на очень ранних этапах. Я: «Привет, как дела? Соскучился по тебе, как прошел твой день?» Она: «Нормально». Я: «Целый абзац о том, как проходит мой день». Она: «Лол». Когда ей хочется быть принцессой, я не имею в виду, что она хочет, чтобы вы поухаживали за ней, когда она болеет, или чтобы дали ей самой выбрать что-то для свадьбы. Я говорю о том, что она всегда и во всем поступает по-своему, и ей плевать на чувства других людей. Такие женщины заносчивые эгоистки, и они всегда такими будут. Когда вы не рядом, она говорит, что слишком занята, чтобы переписываться с тобой. При этом, когда вы вместе, она постоянно сидит в телефоне, все время жалуется, говорит только о себе. Че за хэ? Это какой-то ребенок, а не женщина. Именно, подобные тревожные сигналы как раз помогают нам отделить мужчин от мальчиков, а женщин от девочек. Если у нее нет подруг, потому что, по ее словам, она не ладит с женщинами. Что на самом деле означает «я ходячая драма»? Типа, если ты не можешь поладить с 50% человечества, возможно, проблема в тебе. Если она думает, что может тобой управлять, завоевать тебя с помощью перепихона. У меня была подруга, которая говорила: «Я его так круто оттрахаю, что он в меня влюбится». Обычно она говорила так после первого свидания с новым парнем. Изменено для тех, кто спрашивает, где найти такую девушку. Вам нужно зарабатывать не менее 100 тысяч долларов в год. У нее есть свой определенный типаж. Я знакома с одной женщиной, которая тоже так говорила. Она использовала более красочные выражения, но я называю это «водить парня за хер». Заперев его в себе, она начинала отвергать его ухаживание. Если она ожидает, что мужчина будет развлекать ее на свидании, организовывать все вопросы, касаемые передвижения самого мероприятия. Примечание: нет ничего плохого в том, что парень хочет удивить свою спутницу чем-то классным или как-то позаботиться о ней, или спланировать что-то особенное. Проблема в том, что женщина постоянно ждет, что ее парень все организует, как будто он консьерж в отеле. Особенно если она не отвечает взаимностью. Хуже всего, когда женщина не сообщает, чем бы она хотела заняться, а потом обижается, когда у мужчины не получается разгадать ее желания с помощью телепатии. У меня была бывшая, которая всегда говорила, что ей все равно, где мы поедим. А потом она отвергала первые же предложенные мною места. «Просто скажи мне, что ты хочешь, у тебя же явно есть какие-то предпочтения». У меня есть такое правило: если ты отвергаешь мое предложение, то следующее делаешь уже ты. Мы с женой играем в 5-3-1. Первый человек предлагает 5 вариантов, второй выбирает 3 из этих 5, после чего первый выбирает один из 3. Дружочек, полезная инфа. Хочешь одеваться стильно и недорого? Тогда рекомендую тебе годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие эксклюзивные модели, которые ты сейчас нигде не купишь. Либо потратишь в 3 раза больше. У Hustle на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращаешь обратно. Для наших подписчиков Hustle предоставили промокод Upvote, который дает скидку 30% на все товары. Уже 1000 людей закупились по нашему промокоду. Не переплачивай и трать деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. Когда она постоянно принижает всех окружающих ее женщин, лишь бы показать, какая она особенная и не такая, как все. Время от времени это нормально, но если она всегда так делает, то это уже проблема. Одно из самых больных мест моей жены относится к определенной особенности ее воспитания. Ее семья с ранних лет внушала ей, что другие женщины для нее соперницы. Я думаю, что подобная практика распространена во многих культурах, где успех женщины в жизни определялся тем, за кого она вышла замуж. Надеюсь, в последующих поколениях это мировоззрение постепенно будет угасать. Когда она настаивает на том, что желание личного пространства равносильно тому, что вы не уделяете ей достаточно внимания. Как будто вы не можете любить человека, не проводя с ним все свое время и не соглашаясь со всем, что он говорит. Моя бывшая настолько сильно нуждалась в физическом контакте, что это вызывало у меня серьезные приступы тревоги, и мне приходилось идти в ванную, чтобы успокоиться и почувствовать чуточку личного пространства. Когда я рассказал ей о своих чувствах, она перевела все на то, что я не хочу к ней прикасаться. Не волнуйтесь, она нашла себе парня, который прикасался к ней столько, сколько она хотела. Правда, к сожалению, она нашла его до того, как расстаться со мной, лол.
Да тебе не обязательно использовать презик, это не всегда ловушка, но если такое происходит на ранних этапах отношений, то вам стоит насторожиться. Ага, я думаю, что на ранних этапах отношений это точно тревожный сигнал по нескольким причинам. Она еще не знает тебя так хорошо, но готова принять на себя повышенный риск заражения венерическими заболеваниями. Она пытается угодить тебе, даже если это означает риск для ее собственного здоровья, повышенный риск беременности. Она уже беременна, и ей нужно рядом теплое плечо, которое будет обеспечивать ее и ее ребенка. Когда она злится на тебя за то, что ты отказал, и я не только про какие-то крупные вещи, но и про то, когда она бесится из-за того, что ты отменил тот или иной план, беги от нее. В мире много женщин, которые с легкостью готовы отказать парням, но при этом дико бесятся, когда кто-то другой говорит им нет. От таких больше проблем, чем пользы, и позже это неумение принимать отказы станет для вас проблемой. Одна из моих старых школьных подруг была именно такой. Она вела себя так, будто ее парни всегда должны выполнять ее просьбы, и что если их мир не вращается вокруг нее, то они плохие. Когда она бежит с тонущего корабля, то есть у нее уже есть отношения, она ищет следующие. Такой человек паразит. Пользуясь приложением для знакомств, пролистываете все анкеты, где биография — это просто список того, что ей не нужно, на что у нее нет времени. Вы не пытаетесь продать себя, а пытаетесь найти кого-то, кому можно себя предложить, и ей стоит делать то же самое. Для меня, как для парня, это неизменное правило, касающееся приложений для знакомств. Если анкета девушки — это тупо список того, что ей не нравится или чего она не хочет, причин этому может быть множество, но ни одна из них не является хорошей. Если она прикидывается дурочкой, потому что считает это чем-то милым. Терпеть не могу притворство, мне нравятся тупые люди, я сам тупой. Мне нравятся умные люди, иногда я и сам бываю умным, но если человек фальшивый, то я его навсегда заблокирую в своем телефоне. Не факт, что это проявится сразу, но наличие требований к размеру или цене обручального кольца, как правило, это плохой знак. Если она говорит гадости о других людях, у нее нет друзей, потому что она говорит всю правду в лицо. Я парень, но я все равно скажу свое мнение. На мой взгляд, тревожный звоночек, крайняя чувствительность к чувству стыда и гордости — это хрестоматийные примеры клинического нарциссизма. Поверьте на слово, вы не захотите встречаться с нарциссом, они испортят вам жизнь. Пассивно-агрессивное поведение с целью добиться своего. К примеру, когда она просто молчит, пытается вызвать у вас чувство вины и так далее. И так до тех пор, пока она вас не ограничит от всего остального мира, и вы не будете проводить время только с ней и делать все только для нее. Это похоже на эмоциональный абьюз, который женщины постоянно применяют по отношению к мужчинам, но всем на это плевать. Люди преуменьшают эту привычку, но все же, если ваша спутница настаивает на том, что не хочет того же блюда, которое вы заказали себе, а потом, когда оно вдруг окажется на столе, поворачивается и говорит, что на самом деле хочет его, она, скорее всего, будет продолжать так делать, и вас это быстро начнет раздражать. В обществе существует странная стигма, что женщинам не положено много есть на свиданиях. Один мой бывший даже высмеял меня за то, что я доела заказанный бургер, потому что это не по-женски. И это может привести к очень раздражающим привычкам, которые следует пресекать на ранней стадии. Если она ждет, что вы спасете ее от абьюзивных бывших, от ее психологических проблем и дерьмового детства, многие женщины фантазируют об идеальном мужчине, который никогда не обидит ее и не обременит своими потребностями. Он будет потрясающим парнем, который справится со всеми тревогами, паранойей и тем багажом, который у нее остался от абьюзивных бывших. Помните, что вы тоже человек и заслуживаете того, чтобы к вам относились по-человечески, а не как к белому рыцарю, который должен кого-то там спасти. Если она заказывает очень дорогое блюдо или напиток, когда ты ее угощаешь, возможно, она просто использует тебя, чтобы бесплатно поесть. Удостоверьтесь, что вы для нее не временный вариант после последних неудачных отношений. В своей жизни я замечал, что многие женщины попросту не могут быть одни. Им нужен партнер, вокруг которого они бы строили свою жизнь. Поэтому после разрыва у них всегда есть временный вариант, который заполнит эту пустоту, пока она не найдет своего следующего постоянного партнера. Женщины, которые все время скачут от одних отношений к другим, не оставляя себе времени побыть в одиночестве, как правило, они проблемные. То же самое касается женщин, которые с каждыми отношениями меняют свой характер. Это не значит, что они плохие люди, но у них явно есть проблемы, над которыми нужно работать, раз их самооценка зависит от мужского внимания. У меня проблемы с отцом и расстройство личности, поэтому я полностью понимаю, о чем ты. Я перенимаю черты характера своих партнеров, потому что никогда не вырабатывала в себе свои собственные и жажду мужского подтверждения, потому что мой отец и приемный папа никогда не уделяли мне внимания. Раньше я тоже скакала от одних отношений к другим.
другим. Страх остаться одной съедает меня заживо. При этом мой отец тоже был абьюзером, поэтому я постоянно перескакиваю от одного абьюзера к другому. Неделю назад я покончила с отношениями. Это был первый раз, когда я сделала в своей жизни здравый обдуманный ход. Я больше не знаю, кто я, но я знаю, что мне нужно исцелиться. Я буду стараться изо всех сил оставаться одной, пока не буду готова к здоровым отношениям, независимо от того, как мне будет из-за этого тяжко. Женщины, которые используют ультиматумы как форму манипуляции, чтобы добиться своего, они постепенно изолируют вас от друзей и семьи, пока вы не достанетесь одной только ей. Их бесит, когда вы строите планы с друзьями, семьей, они хотят, чтобы вы оставались дома и проводили время с ними, либо посещали только их семейные и дружеские мероприятия. Это человек, с которым вы не можете нормально поговорить, вам приходится постоянно держать язык за зубами, потому что вы боитесь, что начнется ссора. У меня зять фермер, а в этой сфере сейчас нестабильная ситуация. Ему пришлось пожить с мамой на родительской ферме, чтобы помогать им и сдавать в аренду дополнительный дом на участке, с которого они могут заработать дополнительные деньги. Не прошло и года с их отношений, как она его умоляла выгнать арендаторов, которые были его хорошими друзьями, чтобы они сами могли туда въехать. «Ты должен выгнать их до конца следующего месяца, или мы расстаемся». Быстро превратилась в «я не перееду, пока ты не сделаешь мне предложение». В итоге она все равно переехала к нему, хотя он не делал ей предложение. Абсолютно пустая манипулятивная тактика. Теперь она говорит: «Я не буду платить, потому что это не мой дом. Пожалуйста, держитесь от таких подальше». Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео «Женщины» напишите, на какие тревожные звоночки в других женщинах мужчинам следует обратить внимание. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.